А нам все не имется. Мы залезли на свою стройку. Хотим здесь побродить уже без риэлторов. Тихо, мирно, уйти чуть повыше, запустить дрон. В общем, вон там морешко. Вон вы его видите даже. Так что покажем. Запыхались. Короче, наша стройка немножко находится на горе. Поэтому вот этот путь надо было проделать. Да, мы просто расстроились, что вон тот дом, который строится сзади нас, что нам закроет вид на море. Но мы поняли, что здесь дома стоят на горе немножко. И наш получается на пол этажа выше. То есть у нас самый верхний этаж будет. А вон того на этаж выше получается. Да, и мы должны не потерять вид на море. Это уже радует. Но ничего, смотри, мы когда здесь были, тот этаж даже еще не наращивался, уже готов заливаться. Ну, круто. К нам притопал собаки, он такой сладкий, лежит мне ноги, такой сладкий, язык такой теплый. Ай, такой сладкий. Вот здесь вот. А кто такой красивый тут пришел к нам в гости? Ну, кто ты? Ну, кто ты, собака? Собака такая. Собака-бабака, такая классная собака, устала, жарко. Ты еще щенок совсем. Ай, не хочет отпускать. Вот, в общем, мы тут рассматриваем комнаты, где чего будет, где балкон, где кухня. Уже так примерно понятно. Но прикольно. Этот песик идет, мы шли в горы, он идет за нами и улыбается. Так, ну Вовка готовит сейчас дрон, попробуем полетать вокруг нашего дома. Собака. А ты ж моя собака, улыбака такая. Так, Танюхин, ну вот примерно. 8-9 этаж. 8-9, да? Да, примерно. Где-то 8-9 ниже нашего. Вот. Да. Это ниже, чем наш. Вот такой вид на море, представь. Короче, Вовка сказал сообщить вам. Мы сейчас на дроне полетали, мы вам потом это все покажем. Вот видите, сзади стройка еще одна идет. Нам, короче, этот дом ставят прямо перед нашим балконом. Короче, у вас вид будет лучше. Мы немножко расстроились даже. Мы сейчас, да, немножко расстроились. Получается, ровень прям с нами будет дом. С балкона будет вид на чужой дом. Да. Но боковой вид на море будет, поэтому мы не расстраиваемся. И вот мы дошли до пляжа. И посмотри, красота, ну Майами прям. А эти карапузики бегают. А вот и наш пляж. Ой, лепота-то какая. Лепота-то какая. И главное, да, нигде не загогулин, не зелен. Только тут пляж голубым флагом, вот он, за зеленым справа. Да, получается. Пирс какой-то, да, красивый. Да, да, да. Рыбаки, да, сидят. Ну мы сейчас туда сходим. Ой, лепота. Мы сейчас туда сходим. Здесь, конечно, заходит. Красота какая. Пойдем сразу туда. Короче, вот Танюк. Это напрямую. На этот пляж. Вот этот, мы сейчас пляж. Пойдем на тот. На вон вдали дома. Это вот Теджи, наверное. Это какой? Это Эрдемли. А, Эрдемли, точно. Да, Теджи еще такой же у Загагулина. В общем, красота неописуемая. Так, пойдем на тот пляж, голубым флагом. Пойдем. Смотри, ну прям Майами, да? О, потопал. Пойду догонять. Короче, мы добрели до пляжа с голубым флагом. Вообще не сравнить с пляжем в Тедже, конечно. Там и камни, и все. А здесь вот песочек. И перышки птичьи. Вот. Видосик, конечно, фантастика. Здесь пешком, наверное, легче идти по пескам. Так, мое горло что-то до сих пор не проходит. Вот он мой хороший. Это значит, что Вовке понравился пляж. Все, он влюблен. Значит, мы будем жить здесь. Все понятно. Так, запускаем дрон. Так, Вовка за голову держится, это что-то хорошее, значит. Это что-то хорошее. Вау, это до сюда вода, что ли, была? Ой, я хочу, чтобы вы это вместе со мной увидели. Смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. Лавка, да сколько?
дрон, да? Танюхин, кстати, Сереге можешь показать, вон рыбаки сидят, с этого пирса рыбачат. Тут вечером просто их море. Так вот взять стульчики, сесть на песочке и любоваться морем, пока рыбаки ловят вот здесь рыбку. Класс. Наш дружок прилетел, отработал. Молодец. Молодец. На самом крыле, может, и камни есть. Может, давай. Вовка решил испробовать этот пляж. Давай. В общем, конечно, потрясный песочек. Сейчас, чтобы вы понимали, уже, блин, солнце зашло, уже прохладненько, прохладненько. Ну как? Песок. Все еще песок. Супер. Потому что у нас идет полоска камней, ее надо пройти. Вова, осторожно. Ну супер, потому что у нас действительно, у нас идет песок, потом камни, поэтому без тапочек не зайдешь, а здесь все-таки бомба прибомбическая. Короче, он в восторге, теперь уже понятно, мы все думали, какую из двух квартир выбрать для проживания, но я думаю, все понятно, все понятно уже. Короче, там маты идут. Такие восторженные, я их не буду переводить вам. Кстати, вот легкие пищания, там это Вовка все в восторге. Это он все, он говорит, я остаюсь, езжай сама. Ну, короче, все. Все понятно. Я вам должна Вову показать, потому что он просто в восторге. Он не может остановиться просто. Мечта моей жизни. Вот этот вот вид, вот этот песок, чтобы заходило все. Да, чтобы такой заход. И чтобы никого не было. Это вот, да, турецкий берег. Турецкий берег мечты. В общем, вы поняли, да, где мы будем жить? Какой там ты джин с камнями, с эвкалиптами? Эрдемли, кожа Хасанлы, вот наша мечта. Вот такой берег каждый вечер. И вот там наш домик. Нет, вот там. Вот там. Так что все, Вова свой выбор сделал. Да, однозначно. Такой закат здесь красивый. Закат здесь, конечно, у нас он там в Теджи заходит как-то больше за дома, вот туда, за горы. А здесь он практически на море будет. Очень красиво здесь. Вот жалко не передать это все через камеру. Какие здесь сейчас цвета, какие переливы, розовый, сиреневый, синее море. Ой, красота вообще потрясающая здесь, конечно. Это невероятно. Да, Вовка, короче, все еще в восторге. Вот рыбаки собираются потихонечку. Так что у нас вот друг Серега, который будет нашим соседом в этой стройке. Ему тут просто рай будет. Серега, специально для тебя снимаю. Специально сидят люди, но я не знаю.
да. Ну, вы уже слышали, мне можно это не повторять. В общем, весь этот пирс усеян рыбаками, просто весь. Они в ту сторону рыбачат, в эту. Так что, Серега, твоя стихия. Готовь эти удочки, снасти, сети, там что там надо еще. Червей копай. В общем, мы еще не можем отсюда уйти, уже, наверное, сколько, полчаса точно стоим. Какая красота. И тишина. И рыбаки собираются потихонечку по всему берегу. Вот видно, там, там, там. В общем, мы потопали, это уже луна. Такой большой пляж покажи, что большой. Да, пляж очень широкий, большой. Очень широкий. Полкилометра, ну не полкилометра, метров 300 точно. Метров 300 точно. Точно, да. Тут влезет весь город, если сразу выйдет одним махом на море скупаться, все влезут, вот точно. Уже луна светит, уже темно. В общем, домой мы вернемся по темноте. А, кстати, интересная история. Мы ехали сюда на автобусе 55 минут. Автобус сюда едет от того места, где мы сейчас живем, в Тадже. Ехали всю дорогу стоя, потому что было битком. Но меня это умилила одна история такая, знаете, освободилось место прямо рядом с нами. И стоит дедушка, ну я, естественно, я-то не бабка старая, думаю, ну дедушке место, то есть пожилой человечек такой. Думала, он молча просто сядет. Представляете, он меня хотел посадить, он такой мне, садитесь. Я думаю, блин, дедушка, ты еле стоишь, а предлагаешь мне моложе, потому что уважение к женщинам, вот так вот. Пока я ему не сказала, нет, вы, тогда он сел. Да, Вова, мне даже Вова говорит, так да. Мило вообще, приятно очень было, так что... Ничего подобного, что женщин здесь угнетают и все прочее, нет. Такого я еще не наблюдала нигде. Здесь все люди, именно турецкие, с которыми мы встречались, такие дружелюбные, такие на помощь легкие, да, такие, Вова? Да, сейчас да, очень дружелюбные. Мы вообще, вот со столом, да, история? Да. Купили стол в магазине, где, ну, нет доставок, ну, это нормальный просто магазин на улице. И мы пришли, стояли возле этого стола, блин, нам далеко ехать, значит, ну, ладно. Победили. Да. А подавец такой, пока мы выбирали, ну, в общем, пошли мы что-то другое выбрали, там, плечики для одежды, что-то там, прищепки, то все по мелочи, знаете. А вот этот столик на балконе и два стула пластиковых, цена хорошая была, но мы так, вот так сделали, ну, что, потому что тащить далеко, ну, не утащим. И мы уже рассчитались, стоим на кассе, и этот продавец к Вове подходит с переводчиком и говорит, я могу привезти после работы на своей машине. На какой машине? Он не за рулем? Мы вообще, да. Он пешком принес. Нет, принес, да. Его да, этот же друг, он сказал, друг подъедет на машине, мы приедем. А, друг? Нет. Потому что он сказал, короче, да, до 7 работает. Он говорит, я у друга спросил. Он сказал, что может привезти. Мы вообще в шоке были. Вот такое где кто делает, скажите, пожалуйста. И, в общем, они нам привезли. Все, в общем, мы уходим. Бай-бай море. В общем, здесь... Ощущение, что ты где-то в Майами, товарищи, вот честно. Если бы не вот эти вот пару мелочей, вот этот мусор, там заборы какие-то. Блин, вообще, просто я в восторге. Не, тут же рядом не стоял. Да, вот. Да.